Инженер-программист НИЭФ Александра Маркова-Ерошек открыла в себе любовь к живописи еще в детстве. Рисунки маленькой девочки со временем переросли в серьезное увлечение. С 2014 года Александра демонстрирует свои работы на городских, всероссийских и даже международных выставках. В экспозиции «Купола» художница изобразила наш город с его улочками, монастырями и колокольным звоном, который слышится повсюду. Очень много пишу соров. В прошлом году выставлялся Саров, была тема «Падал снег», заснеженный город наш. А в этом году просто накопились работы, которые вот именно отображают наши храмы, наш монастырь. Хотелось их показать вместе, я их ни разу не собирала вместе, захотелось так сконцентрировать их. На картинах кто-то без труда угадает знакомые уголки Сарова в разное время года, а кто-то откроет для себя новые стороны привычных пейзажей. Александра Маркова-Ерошек – коренная саровчанка. По словам художницы, детские впечатления и любовь к родному городу вылились в работы о его душе. Это те ракурсы, которые я видела в детстве, когда ходила в школу. Некоторые люди, которые не ходили по этим дорожкам, они не могут узнать точно, какой это храм, с какой точки он так выглядит. У нас же очень интересный монастырь. Вокруг него, когда ходишь, он меняется настолько, что под углами, под разными, с разным расстоянием церкви встают. Александра 2 года входит в состав объединения художников-любителей «Арт-Позитив». Вместе со своими коллегами она участвует в пленерах, экспозициях и творческих встречах. Председатель клуба считает, что выставка «Купола» получилась очень искренней и светлой. Здесь вот именно показан вот этот воздух, это небо, это пространство. И у нее, что особенно для меня важно, у нее очень чистые краски. Я люблю чистые краски, когда они как-то светятся, как-то подчеркивают друг друга. Очень интересные у нее композиционные решения есть в ее работах. В декабре художники творческого объединения «Арт-Позитив» представят свои работы в выставочном отделе исторического музея города Арзамаса. В экспозицию «Всем здравствуйте» войдут картины 10 участников клуба, в том числе Александры Марковой-Ерошек. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».